Ну, не верю я. Думаешь, этот Микки Мэйер был серьезен, когда снимал это видео? Чат Паркер, агент недвижимости в Калвер-Сити. Что такое Эль Сегундо? Где это? Я даже не знаю, где это. Он пытался сострить? Это не было смешно. Человек по имени Микки пытается увести его клиентов. Я вам покажу, о чем идет речь. Подождите, небольшая прогулка со мной по Калвер-Сити. Эль Сегундо, или второй по-испански. Он серьезно? Это смешно. Племена коренных американцев, сотни... Ха, откуда у него эта карта? Серьезно. Эль Сегундо напротив кафе мороженого, ранее известного как Шарики. Микки начал кампанию по продвижению Эль Сегундо. Я не могу это слушать. Эль Сегундо — помойка. Никто не хочет жить в Эль Сегундо. Я не знаю ни одного своего друга, кто бы жил в Эль Сегундо. Все их дома построены на могилах, и они несовременные. Чат Паркер, часть первая. Ты окончил колледж, Микки? Я думаю, что нет. Эль Сегундо – хлам, поверьте. Это ужасное место для ваших детей. Калвер-Сити, с другой стороны, сердце кинематографа. Это Лос-Анджелес. Неужели вы не хотите жить там, где живут знаменитости? Я пошел этим утром в Starbucks и увидел Джерри Сайнфилда. Когда меня спрашивают, если бы ты мог жить в любом уголке мира, Чат, где бы ты хотел жить? Я уже живу здесь. В Калвер-Сити. Чат устроил мне экскурсию по Калвер-Сити, чтобы доказать правоту своих слов. Сними эти пальмы. Да, они повсюду, они везде. Красиво. Рай. Видите это здание? Там Джеки Чан и Крис Такер скользили в час пик 2 или 3. Да, здесь Сайнфилд. Клуни, Человек-паук, Люди в черном 2, Стюарт Литтл. Джордж Клуни не живет в Калвер-Сити. Список можно продолжать и продолжать. Это действительно сердце кинематографа. Эллен? Эллен Дедженерец? Она здесь. Как видите, здесь много Мазерати, много Порше. Эль Сегундо. Ха-ха. Toyota Central. В Валендейлс я покупаю всю одежду, в том числе спортивную, также студия парикмахерская. Ты видел «Унесенные ветром»? Думаю, да. Сняли прямо здесь. Уверен, что в Эльсе говно не сняли ни одного фильма. Ха-ха-ха. В Эль Сегундо демонстрировалось много фильмов и телешоу. Просто еще один день в Калвер. Это место говорит само за себя. Посмотри, ну кто бы не хотел здесь жить? Вон там Starbucks, где я сегодня утром видел Джерри. И пахнет приятно. Здесь делают отличный сок. Джои Фетоун подписался на меня. Серьезно? Да, в Инстаграме. Он в «Танцах со звездами», да? Да, наверное, видел меня здесь. Джои Фетоун живет в Орландо, штат Флорида. Вот здесь снимали «Волшебники страны Оз», да? Да. Все карлики, весь маленький народец проживал в этом отеле. Калвер, отель Калвер. Здесь они все проживали. Это свежевыжатый морковный сприцер. Вам здесь понравится. Дети любят воду. Они любят играть в воде. Вот почему мы установили вот это. Всем весело. И это будний день. Что я могу сказать? Не хочу быть где-то еще. Бум! Сюда приезжает куча знаменитостей. Это здорово. Насыщенная ночная жизнь. Отличный час скидок. Один из лучших в Лос-Анджелесе. Смотрите, какая красота. Наверное, 300 тысяч долларов стоит. И у нас это на каждом углу. Зимой, в рождественское время, у нас есть снегоуборочные машины. Здорово. Вы хотите в Голливуд? Он здесь. Хотите в Санта-Монику? Она там. Хотите на Венецианский пляж? 10 минут езды вниз по дороге, дружище. В глубине души я хочу создать Калвер-Сити аккаунт на Инстаграме. Уверен, что он в одночасье наберет 1 000 000 подписчиков. Аж плакать хочется. Ну, Сегундо, а у тебя что? Покажи, что у тебя есть, Сегундо. Это была всего лишь прогулка. Здесь еще уйма интересных мест, но вы знаете, что делать. Сделайте правильный выбор. Калвер-Сити, Чат Паркер. Что тут еще сказать?